История крестьянки, ставшей владелицей модного дома. Какая российская женщина не всплакнула над судьбой просто Марии? Виктория Руффа, королева мексиканских сериалов, снялась в 20 теленовелл. Успех всегда шел за ней по пятам, но в начале 2000-х актриса сделала приличный перерыв в карьере, чтобы заняться воспитанием детей. Это, однако, вовсе не понизило ее цены в глазах продюсеров. Сейчас 55-летняя Виктория – самая высокооплачиваемая актриса сразу двух крупных компаний по производству многосерийных новелл.